Итак, приблизительно определились победители первого этапа нашего триатлона, это плавание. И хотелось бы еще раз напомнить, что у нас около 200 спортсменов принимает участие в соревнованиях. У нас есть призовых только первые 10 мест, все остальные получают магнитик! Давайте поддержим аплодисментами Сергей Курочкин, город Киев. И буквально через несколько минут мы всех вас приглашаем на второй этап нашего триатлона. Это транзитная зона, там, где находятся велосипеды. Там, собственно, сейчас проходит старт
велогонки. Напоминаем, что у нас две дистанции. Спортсмены, которые едут спринт, они едут 20 километров. Многие спрашивают, какая дистанция, какой маршрут. Они выезжают в сторону, Симферопольской трассы, доезжают до Днепропетровска. На круге разворачиваются через Кировоград на Киев, из Киева обратно на Харьков. Так, небольшая дистанция. Ребята приедут уже в июле. Ну и суперспринт, это всего 10 километров. Кстати, у нас сегодня принимают участие в триатлоне два местных таксиста, поэтому они доедут быстрее. Ребята знают, как дворами. Знаменитое шоу было «Харьковский холостяк» называлось. Там за первое место ребята поехали в свадебное путешествие в Мереху. Давайте поддержим аплодисментами наших спортсменов. И спортсмены, смотрите, какие очаровательные спортсменки принимают участие в нашем соревновании. Красивых девушек сегодня принимают участие, мы сами не знали почему, но недавно раскрылся секрет, оказывается, они подумали, что сегодня здесь будет петь Макс Барских, поэтому приехали, но узнали, что не будет, будет Козловский. Поэтому приехали красивые парни. Давай-давай! Давай, давай.
Со стороны там оказалось.